Всем привет! Вы на канале Михайлов Олег Стартап. Меня зовут Михайлов Олег. Наша компания занимается тем, что ремонтирует бытовую технику в США и не только. Вот, сейчас утро. По-моему, вторник, если я не ошибаюсь. Вот. И приехал, значит, я на заказ на Плазу. А тут все закрыто и что-то никого нету. Вот, давайте я вам покажу сейчас. Вот так вот выглядит Плаза. Мне нужен в один из этих ресторанов. Вот. А тут вообще нету ни персонала, ничего, ни людей. Все давно закрыто. Вот идет какая-то женщина мимо. Может быть, она. Но нет. Может быть, еще ничего не открылось. Тут работает что-то с 10:30 написано. Что-то с 11. Ну, короче, вот такая неприятность. Сейчас я написал в офис, чтобы в офис отзвонился клиенту. Я уже тоже звонил клиенту. Вот. Но лучше, чтобы это сделал офис. Вот, они мне сейчас что-то там прислали. Давайте посмотрим. Вот там какая-то черная тачка подъехала. Может, это кто-то и есть. Не знаю. В общем, сейчас посмотрим. Прям подъехало кафе. Киосаки подъехало. Ну что это такое? В общем, ждем. 10 минут. Если никто не отвечает, то уезжаем. В общем, добрался я до этого ресторана. Вот, почему всегда на кухне так грязно? Так, давайте покажу вам фотографии. Значит, первая фотография — это вот сама плита, которую нужно было починить. Вторая фотография — это ее модель, Dynamic Cooking System. Следующая фотография — это вот газвал, там, да, вдали пилот. Следующая фотография — это газвал сблизи. Вот, собственно, больше фотографий нету. Значит, что там случилось? Не горел этот пилот. Собственно говоря, мы почистили сенсор, термокапл он называется, от всякого жира, от всех таких вот, ну, от всего, от всей грязи, которая там есть. И что мы еще сделали? И зажгли пилот. Вот, пилот стал опять держать вот этот вот огонь, да? Да. То есть я нажал на кнопку, нажал на спарк, пилот загорелся. Я подержал несколько секунд, отпустил, и пилот, это огонечек такой, да, он продолжил гореть. Вот, соответственно, все как бы заработало нормально. Выставили клиенту на коммерческий заказ, мы выставили ему сумму побольше, чем обычно мы это делаем. Вот, и, соответственно, все, клиент оплатил, или сейчас онлайн оплачивает, потому что хозяина не было здесь. Вот, с первым заказом мы расправились с вами, можно сказать, на так. Я уже собирался уезжать, но, видите, вот немного подождали, вот. И все-таки это хорошо, что немного подождали, потому что заработали денег, и клиент как бы доволен, и техник доволен. Все, сейчас ездим на второй заказ, по-моему, там драйер, если я не ошибаюсь. Вот, находится он во Фримонте, и еще один заказ тоже во Фримонте. То есть у меня сейчас два заказа во Фримонте. Сейчас едем туда. Hello? Yes. Yeah, hello, ma'am. This is Oscar about your refrigerator. Yeah. Ma'am, I'm on my way and 25 minutes away to your place. Is it okay? Okay, will do. Thank you. Okay, thank you. Так, ну что? Поехали в Сан-Хосе на доделку.
Вот сейчас время 5:40, и мы едем менять фен, конденсатор фен на холодильнике. Вот конденсатор фен это сзади. Сейчас только сделаю одну доделку и все на этом. Сегодня сделали мы с вами плиту, потом я поехал на второй заказ, его отменили. Потом я поехал на третий заказ, поснимать не получилось, но там была проблема в том, что там сломался evaporator fan motor во Fresh Food у холодильника GE. Вот, ничего такого интересного там не было, даже не стал ничего фотографировать. Вот, поэтому мы сейчас отправляемся с вами в Сан-Хосе. Ехать мне 22 минуты до клиента. И там уже попробую вам снимать, как я буду менять конденсатор фен-мотор. В принципе, вот и все. Вот я и поменял фен конденсатор мотор. Вот, за него у меня это даже не знаю сколько. Ну, наверное, 10-15. Вот. Все, на сегодня все. Ремонт обошелся клиенту где-то порядка $400. Вот. Ну, дали гарантию 3 месяца. Вот, ну все должно работать нормально. В принципе. Вот. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Вот. Не забывайте то, что мы сейчас делаем набор техников. Если вы смотрите это видео, то оставляйте нам свои заявки. Вот. Мы сейчас начинаем работу, мы набираем сейчас активно техников, которые, может быть, даже не имеют опыта, может быть, только хотят научиться. Также мы набираем техников, у которых уже есть опыт. Вот, мы разрабатываем сейчас мотивационный план для техников, как будет там плавающий процент, вот, который будет зависеть много от того, насколько техник как бы хорош. Приносит он хороший ревью, не приносит он хороший ревью, получает плохие ревью или наоборот. То есть вот все вот это будет влиять на конечную, так скажем, зарплатную часть техника. Вот. Поэтому сейчас мы вот ведем вот эту вот, так скажем, работу по гибкому проценту. Вот. Значит, что потом? Ну и, собственно говоря, потом будем прописывать планы роста. Вот, соответственно, если вы находитесь в Тампте, потому что нам сейчас крайне важно набрать техников в Тампте, в город Флори, штат Флорида.
Вот. Ну и также в Калифорнии нам тоже нужны техники, но в Калифорнии нам мы будем более так разборчивы, более, так скажем, выбирательны к техникам, потому что в Калифорнии у нас уже есть техники, у нас уже весь процесс заряжен. Вот, поэтому нам нужны именно такие техники, которые усилят нашу команду, а не наоборот. Вот. Если это ты, то пиши нам. Вот. Так, друзья, спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока.